Салам алейкум, пацаны, теперь у всех на аккаунте есть топовый набор вихрь. Также, друзья мои, скинчик на М-ку катаклизм и скинчик на АН-94 тоже катаклизм. Сейчас вам покажу, куда зайти, посмотреть. Также, друзья мои, много всего интересного и много сегодня заберете. Также халявы, оружие, если у вас нету. В общем, ролик будет максимально интересным. Сейчас все покажу, смотрите, не переключайтесь по-братски. Просто влепите лайк, очень нужна от вас поддержка. Давайте рекорд лайков, 2000 лайков. Также подписка, колокольчик обязательно еще раз. И говорю, друзья мои, не забывайте, что уже, друзья мои, скорее всего, сегодня, наверное, 18:00 по МСК, я в телеграм-канале сделаю для вас розыгрыш на 200 алмазиков. Кто-то заберет из вас, два победителя по 100 алмазиков. Так что, если хотите, участвуйте, получайте. Также я делюсь своей жизнью и общаюсь с подписчиками в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Обязательно заходи, подпишись. В общем, друзья мои, всем желаю еще раз приятнейшего просмотра. Так, давайте начнем сначала с халявы. Быстренько заходим в объявление, забираем в убежище себе лутбоксик. Друзья, не забывайте писать комментарии какие-нибудь интересные. Все комментарии ваши читаю, обязательно пишите. Так, забрали мы сканер, хотя должен быть упасть лутбокс на оружие. Ну ладно, хорошо, поехали дальше. Дальше сегодня добавили нам, друзья мои, в игру челлендж, друзья, честь, безумный челлендж в рейтинге. Вам всего лишь нужно позанимать тут топ-1, там топ-1, там топ-5 и так далее, и вы сможете забирать себе скинчики на оружие. Вы представляете? Если у кого-то мало скинчиков, спокойно забирайте топ-1, если у вас... Кстати, друзья мои, напишите в комментариях, просто напишите в комментариях, очень мне интересно, часто ли вы занимаете в рейтинге топ-1? Ну, часто или не часто? Если вообще не занимаете, напишите, никогда не занимал. Если занимаете постоянно, напишите постоянно. Или редко. Вот так напишите, будет мне тоже интересно, как вообще вы играете. В общем, оружие для вас. Забирайте, заходите, получайте. Я считаю, это реально топовая халява. Также, друзья мои, у нас... Получается, сегодня уже у нас какое число? 23. Получается, сегодня и завтра еще крайний день, и потом у нас будет уже вторая часть катаклизма. Это реально очень бомбово, вторая часть. Так, теперь, друзья, мы заходим и к чему? Конечно же, это к чему? К нашему легендарному топовому. Смотрите, что нам сделала Гарена. Это просто жесть. Набор, ну, вот смотрите, друзья мои, тут показывается один набор. Сейчас. Тут показывается, видите, один набор. Да идет, достал ты. Достал ты уже, прикрутиться. Тут показывается один набор. Также показывается грим. Также показывается скинчик на катаклизм, да? АН-94. И также на эмочку. Но тут-то нет наборов. Заходите в обменник. В обменник заходите. И тут в обменнике уже есть раз набор. Два набор. Три набор. Грим, доска с эффектами. Скинчики на оружие, лутбокс, потом получается вот на АН-4, да, катаклизм, потом на эмочку и вот такой вот бомбовый, друзья мои, рюкзак. Бомбовый рюкзак, вот так посмотрите, как он смотрится. Годный? Я считаю, годный. Сейчас вам покажу, сколько вообще можно будет с него выбить за эти попыточки, прокрута. Для вас сделаю конкурс, давайте все очень просто, как всегда... 1200 лайков, друзья мои, 1200 лайков. Я выберу в телеграм-канале одного победителя. Только если набираем лайки, я выберу победителя. В телеграм-канале, которому выбью... ну, по-любому, что он захочет. Захочет набор, выбьем набор. Давайте, поехали. Ху-ху-ху. Как думаете, повезет мне? Напишите в комментариях, сколько я потрачу алмазов, чтобы выбить себе вот этот набор. Так, сколько? Одна, две... Сколько? Три. То есть получается, три штуки я выбил за 179. Ни хрена себе. А что, типа, так все будет дорого стоить? Друзья, неужели это будет дорогое событие, а? А раз. Одну за 179. Не, ну нахрен. Если так дальше пойдет, друзья мои, я не собираюсь вот тратить миллион алмазов на вот эту вот набор. Две штуки. Шесть штук. Мне нужно 15. Да ну. Серьезно? Ну ладно, давайте еще раз. Хотя там друзья мои, давай, вот смотрите. Одна штука. Хотя тут есть 5. Хотя тут есть 5. Но 5, скорее всего, это не для нас, друзья мои. 5 это не для нас, не. Пятерку выбить это нереально. Ну тут, кстати, очень много лутбоксов падает всяких. О, сколько? Одна. Все, да?
Ну конечно, зачем еще там? Нам больше не надо. Одна. Че, серьезно? А если по 19? Сколько? Одна. А по 19 еще можно? По 19. Ну-ка, вот посмотрите, по 19 пойдет пятерочка. О! 5! По 19, говорю, представляете, пьет пятерочка. Вот это повезло. Вот это повезло. Блин. А давай-ка еще раз. Вот, вот, пожалуйста. Пока не падает. Блин, ну опять надо разменять 11 тысяч. Ладно, пока еще покрутим. Чуть проще так сделать, да и все, блин. Чтобы не париться, блин. Ну да, так было проще сделать. Ну что, поехали. Обмениваем. Обмениваем. Обменять. Ну, набор мы забрали, ладно. Ладно. Набор забрали. Ну, в принципе, набор неплохой. В принципе, набор неплохой, так скажу. Согласны, друзья мои? Вот поставьте, напишите в комментариях, как вам набор по 10-бальной шкале. Я ему, наверное, даю, наверное, 10 по 10-бальной. Конечно, охота забрать еще вот этот набор, бомбовый набор. Но 12 штук реально очень много. Пипец как много, 12 штук. Ошалеть. Это что? А, это глаза, друзья, это глаза. Это грим глаза, короче, понятно? Грим глаза. Понятно. Ну, в принципе, забрали. Блин, ну, это повезло, наверное. Нам просто реально повезло, что нам упала пятерка. Так, заходим. Оружие, ой. Склад. Склад, прочее. И вот он, да, вот он. Ну, в принципе, неплохой. В принципе, неплохой. В общем, друзья мои, влепите лайк, подпишитесь на канал обязательно. Знаете, я сегодня для вас делаю в телеграм-канале розыгрыш. Также не забывайте, братва, про настройки. Если нужны настройки, не знаете, к кому обратиться, спокойно пишите мне ВКонтакте. Ссылка будет в описании на ВК. Подписывайтесь, пишите, приобретайте, покупайте настройки. Я со своей командой вам настроим телефон до идеала 100%. 100%, очень многие покупают, все настраиваем и все довольны. Покажу, как правильно нужно тянуть, самое главное, размер кнопки, худ, все расскажем, все покажем. Если хотите, приобретайте, я по-любому 100% уверен, что вы будете довольны. Так что покупайте. Ну и всем спасибо за просмотр, братва. Я вас обнял. Постараюсь сегодня еще в 6 часов вечера выпустить еще один видеоролик. Вот, если найду информацию для вас прикольную. Вот. Ну и с вами буду прощаться. Всем пока, до новых встреч. Я вас сильно всех люблю. Также, друзья, не забывайте, у меня есть гильдия своя. Если есть желание попасть ко мне в гильдию, кидайте заявочку. Вот ID моей гильдии. Вход 3ОС. Не меньше 50 игр. Если у вас все это есть, кидайте заявочку, вас рассмотрим и примем. В общем, всем пока, до новых встреч. Я пошел спать.